А вы знаете, уважаемые казахстанцы, что в нашей стране в национальных резервах есть 90 миллиардов долларов. Только те имущества, которые нужно конфисковать у Назарбаева, только у одного Назарбаева 200 миллиардов долларов. Уважаемые казахстанцы, мы предлагаем снести этот режим, перераспределить все эти ресурсы. В частности, если вы создадите ячейку с вашими доверенными людьми, выйдете на штаб, будете организовывать сопротивление против режима Назарбаева-Токаева, когда мы победим, свергнем этот режим, каждый член ячейки получит по 50 миллионов тенге. И это не все. Каждый человек, который выйдет на победный митинг, получит по 5 миллионов тенге. Также военные, сотрудники силовых органов, перешедшие на сторону народа на этом победном митинге, получат по 25 миллионов тенге. А также мы спишем кредиты потребительские у 7,5 миллионов людей. Также ипотечные займы на жилье до 30 миллионов тенге. Все ресурсы есть в нашей стране, только нужно свергнуть режим Назарбаева-Токаева. Давайте действовать, будьте активными. Алга, Казахстан!